Recording in progress. Yes, we can. Thank you. Yes. The technician. Technician, can you hear me? I just want to make sure. Let me do that. I think he knows how to. There are several mics open. I know. I see. I just want to make sure that technicians know who are the speakers and etc. Honorable. Is it okay? There was one time I was in the past minute. All right. Yes, as I was saying. Okay, okay. I was going to take one, just one. Just one. One, yeah, let's go. I think it's better. Okay. One minute. Please.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Соня Джордж, я буду онлайн-модератором. Сейчас мы должны подождать немножко, когда в зале начнется заседание, там будет свой собственный модератор. Поэтому, пожалуйста, давайте подождем немножко, и через некоторое время заседание начнется. Мы, как только появится картинка из зала, мы будем лучше понимать, когда начинается заседание. Я понимаю, что многие из вас подключились из самых разных уголков планеты. Давайте немножко подождем. Спасибо. This is Maya testing my mic. Итак, поезд отходит скоро. Давайте занимать свои места, пожалуйста. Всех добро пожаловать на заседание. Итак, добро пожаловать на наше заседание по сети по формированию стратегии для обеспечения полноценного доступа, сеть PNMA. Со времени проведения прошлого IGF в прошлом году мы сделали большую работу, и сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить результаты этой работы. Итак, концепция полноценного доступа, она возникла из-за того, что даже когда люди имеют подключение к интернету, они не всегда используют его должным образом или не всегда знают, как им пользоваться, как потребители. Поэтому полноценный доступ означает, что доступ этот должен быть использован членами сообщество как можно более эффективно. У нас здесь целый ряд экспертов представлен из рабочей группы с участием заинтересованных сторон. И сегодня мы обсудим эту тему, которая затрагивается на самых разных площадках. Мы хотим обсудить с вами, какие у нас новые планы на следующий год в рамках работы инициативы PNMA. На этом заседании сегодня мы с вами поговорим о тех принципах действия, которые мы затрагиваем в отношении трех направлений. Это подключаемость к интернету, вы много об этом слышали сегодня, в частности, о возможности подключения в Африке.
Второе – это цифровая инклюзивность. Это чрезвычайно важная тема, потому что затрагивает подход со стороны граждан. Это локальные языки, мультиязыковая среда и так далее. И третье – это наращивание потенциала. То есть образование, тренинги по наращиванию технических навыков. Меня зовут Джакомо Мацоне, я являюсь сопредседателем этой инициативы вместе с Соней. Она где-то у нас на связи по интернету, не вижу ее. Я здесь, говорит Соня. И Дафни у нас есть здесь, которая помогает нам в нашей работе. Она, на самом деле, чрезвычайно перегружена, она немножко приболела и сегодня не смогла участвовать. Я надеюсь, что она скоро поправится. Давайте не мешкать и начинаем с одного из наших панелистов, который, на самом деле, не должен был подсоединяться, но поскольку он хорошо сможет все срезюмировать, мы поговорим именно, начнем именно с него. Давайте посмотрим видеоролик. Давайте посмотрим видеоролик. Это господин Винт Серф. Звук не слышен. Звук видеоролика не слышен. Звук видеоролика слышен в зале, но он не слышен удаленно, поэтому перевод в настоящее время, к сожалению, невозможен. К сожалению, качество звука не позволяет осуществить перевод. К сожалению, звук не позволяет, качество звука не позволяет осуществить перевод. И это, конечно, требует международного сотрудничества. У нас имеются механизмы, которые, к сожалению, слишком медленные. И в условиях интернета что-то медленное совсем не помогает. Нам необходимо сделать так, чтобы страны сотрудничали друг с другом, и чтобы частные сектора в различных странах тоже сотрудничали друг с другом, для того, чтобы обеспечить безопасность интернета для всех. Нам необходимо инвестировать больше ресурсов в область интернета. И делать это не только усилиями правительств, но и с привлечением других заинтересованных сторон. Я надеюсь, что мы продумаем как следует этот вопрос и займемся вопросом усовершенствования интернета. Спасибо большое за внимание. Здравствуйте, повторяется видеоролик. Меня зовут Винсерф. Ролик прервался.
Я хотела добавить, что нахожусь здесь уже несколько дней, и мне стало совершенно очевидно, что всем хочется, чтобы интернет был более безопасным. Это легко, но сложно понять, каким образом сделать это в масштабе всей планеты. Как сделать так, чтобы безопасность была обеспечена всем? Мы должны сделать все для того, чтобы понять, как это сделать. Я надеюсь, к концу недели у нас появятся хоть какие-то соображения о том, каким образом притворить это в жизнь. Мне кажется, наши оба предыдущих докладчика с вами согласны. Роберто, вы нам с Соней помогаете. Давайте попробуем дать ей слово. Здравствуйте, да, это говорит Соня. Вы меня слышите? Да, слышим. Итак, добро пожаловать на наше заседание по сети по формированию стратегии для обеспечения полноценного доступа, сеть PNMA. Я очень рада видеть столько партнеров, столько друзей, наших докладчиков. У нас много людей подключилось дистанционно, целый зал. Людей, которые являются и экспертами, и хотят узнать больше по этой теме. Мне приятно, что такой большой интерес к нашей миссии, к нашей работе. Давайте сразу приступим к обсуждению. Я в качестве модератора буду способствовать эффективности этого обсуждения. Все наши докладчики собрались, включая вот Софи. Здравствуйте, Софи. Мы готовы обеспечить участие онлайн, только дайте нам знать, когда мы можем выступать. Спасибо, Соня. Давайте я быстренько представлю наших докладчиков, а потом начнем обсуждение. Итак, сначала Софи. Вы знаете, кто есть кто на самом деле. Слева от меня находится. Извините, я читаю не ту бумажку, вас там не было в этой бумажке, а давайте я сама скажу, кто я такая. Итак, здравствуйте, кто меня не знает? Меня зовут Тенгез Тенбиси, я работаю на одной из стриминговых платформ в Эфиопии, и работаю я в частном секторе. Для нас интернет-безопасность является чрезвычайно важной темой. Я очень рада быть частью этой группы. Большое спасибо за приглашение. Справа от меня находится Маргарет Янбуре и также госпожа Маквакве. Потом у нас есть следующий докладчик наш, Понслет, и еще один докладчик, Роберто, который выступает в роли волонтера. Он подключился в самый последний момент. И Софи у нас, Софи Мэдденс из Международного союза электросвязи. На связи или удаленно. Итак, давайте начинать. Мы в выступлении услышали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и мультистейкхолдерное участие в работе этой группы является чрезвычайно важным для того, чтобы мы услышали голоса всех заинтересованных сторон, для того, чтобы мы, наше общее сознание могло, наш коллективный разум мог выработать какие-то понимания и положения в отношении той повестки дня, которая нас волнует. Понятно, что нам нужно в обязательном порядке предложить свои видения в части глобального цифрового договора. Наша группа PNMA выявляет различные случаи, различные проекты, которые мы собираем от различных сообществ. Это работа, которая должна была быть завершена 3 недели назад, но пока что мы это не сделали. Нам необходимо
обеспечить следующую повестку. Полноценный доступ к интернету. Что это такое? Мы обсуждали этот вопрос и для, в рамках IGF, и в рамках проекта по цифровизации Африки. Вы в нашем отчете, который в конце нашего форума будет опубликован, вы увидите многие случаи, многие примеры нашей работы. Сегодня мы сконцентрируемся на нескольких из них. И первый вопрос, который я хотел задать нашим экспертам, следующий. Вот на основании всего опыта, который у вас есть, вы не могли бы пояснить, почему вы приводите именно эти примеры? И почему все еще остается важным продолжать решать проблемы полноценного доступа? И второй вопрос, это будет второй раунд у нас, это каким образом это можно мультиплицировать, то есть воспроизводить, чтобы сделать это не только в Африке, а в других странах, естественно, с некоторыми оговорками. Я даю микрофон Софи Мэдденс, она представляет МСЭ, это один из самых значительных вкладчиков в обмен мнениями в этой дискуссии, поэтому я предоставляю слово ей. Здравствуйте, Джек, здравствуйте, Софи, здравствуйте, Соня. Мне очень приятно здесь быть сегодня. Хотелось бы, конечно, быть в Аддис-Абебе. Мы действительно провели большую работу для того, чтобы понять визуально, представить карту подсоединяемости, подключаемости. Кроме того, мы представили инструмент, который измеряет подключаемость для того, чтобы измерить возможности подключения и доступности такого подключения. Делается это, естественно, для того, чтобы мы могли реализовать ряд систем. Как Джакомо сказал уже, мы выступаем в качестве регуляторов и чрезвычайно важным вопросом является для цифровой трансформации является возможность подключения. Мы должны организовать интернет таким образом, чтобы люди могли иметь подключение безопасным образом. Поэтому наши платформы, наши продукты, наши документы, которые мы выпускаем, они все способствуют распространению, продвижению этих идей и, соответственно, вопросов, связанных с подготовкой в этом отношении, для того, чтобы можно было принимать решения, для того, чтобы можно было совершенствовать эти вопросы. У нас есть целый ряд политик, целый ряд документации. Мы все знаем, что законодатели сталкиваются с целым рядом проблем, которые относятся к темам, которые обсуждаются здесь, на этой площадке. Вы знаете, доступ относится в первую очередь к созданию климата, к созданию среды, в которой люди могут подключаться к интернету. Кроме того, создание ценности также выражается и в том, чтобы люди могли принимать как можно больше участия в цифровой экономике. Поэтому у нас есть ряд инструментов, которые делают доступ полноценным и устойчивым. Я уже отметила ту работу, которую мы выполняем в качестве регулятора, и хотела сконцентрировать свое внимание на одном конкретном аспекте. Мы говорим о цифровом преобразовании, но все стейкхолдеры, все участники должны и делают это. Они подстраиваются под то, что происходит в сети, и то, что происходит в экономике. Поэтому
вмешательство правительства, участие его и участие других игроков должно выражаться в итоге в финансовой доступности подключения к интернету. Мы должны действовать сообща, сотрудничать в этом направлении и, соответственно, делать это в очень открытой, всеобъемлющей манере. Мы также должны иметь в наличии инструменты, различные средства и механизмы для того, чтобы обеспечить работу между различными областями, между различными секторами и облегчить вопрос принятия решений. Итак, мы предоставили наш отчет, мы предоставили ряд документов для вашего рассмотрения, в котором изложены наши позиции и наши выводы. Там же есть совершенно конкретные цифры о том, что требуется сделать для того, чтобы можно было реализовать эти процессы и механизмы. Поскольку наши принципы все еще относятся к законодателям, им необходимо совершенно в открытым образом и с новыми усилиями сделать так, чтобы эта работа продолжалась. Я надеюсь, что я смогу здесь остаться до второго раунда, потому что мне надо будет перейти на другую встречу. Спасибо большое. Оставайтесь с нами столько, сколько сможете, если захотите выступить. Соня, пожалуйста, сообщите мне, если вы хотите отреагировать на дальнейшие части дискуссии. Хорошо. Карлос, вы с нами? Вы здесь? Говорит Карлос. Да, Диего, спасибо большое. Карлос, предупредим вас, пожалуйста, не смотрите на то, что сделала Софья. Она дольше выступала, чем регламент, потому что ей потом надо уйти. А к вам применим стандартный регламент. Рис Карлос, спасибо большое. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо за приглашение. Значит, наша ассоциация работает с рядом партнером в глобальном юге. Я их поддерживаю. Большое количество организаций, которые работают в своих сообществах. И мы передали очень много результатов исследований, и становится понятно, что во многих сообществах не ценится коммерческий интернет. Им кажется, что коммуникационные потребности не удовлетворяются коммерческими провайдерами. Тому может быть много причин, в частности, им кажется, что безопасность не обеспечивается. И вот тут как раз и слово полноценность и подключается, потому что вот коммерческие провайдеры, они даже подрывают какие-то традиции, особенно коренных народов, языки и так далее. И коренные народы, соответственно, стараются взять дело в свои руки, чтобы не подвергать себя рискам. И, с другой стороны, максимизируются преимущества через инфраструктуру. И вот этой частью они пользуются. Есть один отчет из Индии. Они очень много в отчете говорят о том, каким образом они обеспечивают доступность контента, скажем, неграмотным или не очень образованным людям.
Есть еще и вопрос автономии и инфраструктуры, и независимого управления своими коммуникациями. В Мексике, например, наш партнер работает с сообществами, и они поняли, что педагогические стратегии, которые применяются, что их нужно пересмотреть и сориентировать их на самостоятельность. То есть сети сообщества, они все идут в некотором похожем направлении. Если бы коммерческий интернет обеспечивал их потребности, то люди бы не объединяли ресурс и время для того, чтобы создавать собственные альтернативы, дополнительные способы использования интернета. Так что одно условие – это потребность, потребности неудовлетворенные. И второе, о чем я хотел рассказать. В Адмексике пришел отчет о том, что они понимают, что то, что они сделали, вот эти педагогические процессы, что это нельзя повторить в других местах, потому что нужно контекстуализировать и локализовать ее. Но это, возможно, может стать каким-то базой для развития сетей для сообщества в других местах. Вот мы помогаем в этих усилиях в Южной Африке, Бразилии, Индонезии, Кении, Нигерии. Я ссылку поместил. Вот. Но тут нужно контекстуализировать эти материалы. И есть организации, которые делятся этими материалами, а потом уже на месте их еще далее контекстуализируют. То есть получается, что такая многослойная структура контекстуализации, мне кажется, что только это и может помочь. Спасибо большое. Действительно, очень много интересных примеров. Два, которые вы здесь упомянули, они, в общем, удивительны. Пока что все это находится на проектной стадии, но вот действия уже предпринимаются. И примеры тоже уже есть. Вы упомянули, Карлос, общественную сеть сообщества. А может быть, вы нам тоже кое-что об этом расскажете? Представитель Гамбии. Да, спасибо большое. Я думаю, что один из важнейших моментов здесь с точки зрения исследования полноценного доступа, это как привлечь правильные заинтересованные стороны. Как и при этом все еще привлекаешь сектор телекоммуникаций, чтобы он более напрямую взаимодействовал с министрами цифровой экономики. И в некоторых странах, используются и ресурсы Министерства финансов, которые отвечают за политику в области универсального доступа. Но по Гамбии могу сказать, что даже для среднего человека, живущего в деревне, доступ, даже если это доллар в день, который живет менее чем на доллар в день, в общем, это большие затраты. Еще, так что я бы подчеркивал здесь доступ. И интересно, что на телекоммуникационные компании налагаются большие налоги, потому что они приносят большие доходы правительству. Но на самом деле в Африке этим компаниям следует как раз предоставлять налоговые преимущества для того, чтобы мотивировать их и инцентивизировать, чтобы они разрабатывали инфраструктуру в сельских местах. Но при этом у нас ведь школы, например, распределены на очень больших расстояниях друг от друга, и в частности для этого нужно их инсентивизировать. То есть нам нужно объединить ресурсы, и гражданское сообщество тоже должно подключиться
Многие страны, в них есть кабель. В Гамбии вот у нас второй подводный кабель к нам прокладывается, пока всего лишь один есть. Но кабель – это же не конец пути. Нужен широкополосный доступ. Он дорогой, а большинство людей поэтому скорее полагаются на мобильный доступ. То есть именно поэтому нам нужно мультистейкхолдерным образом подходить к работе. То есть нужно, чтобы все участники действовали так, как они должны участвовать. Спасибо большое. Мы не можем исключать никого, особенно правительство из глобального юга. Спасибо. Спасибо большое, очень полезное размышление. Но вот связность, нам все это привязано к наращиванию потенциала и возможностей. Вот, так что говоря о наращивании возможностей, наращивании потенциала, что вы можете нам сказать? Добрый день. Всех приветствую. Спасибо большое, что пригласили меня на эту сессию. Я расскажу вам сегодня о проекте PRIDA. Над ним работаю уже 3 года. Мы наращиваем потенциал. Расскажу, чем мы занимаемся. PRIDA – это совместная инициатива Африканского союза, Европейского союза и Международного союза электросвязи. Значит, в частности, основное наше занятие – это обеспечение широкополосного доступа в Африке. Об этом очень много говорится, и здесь МСЭ работает. Также мы гармонизируем политики и регуляторные, и концептуальные документы, так как нам нужно иметь, опять же, работу по контекстуализации. И, кроме того, мы оптимизируем структуры управления интернетом и процессы управления интернетом, а также выстраиваем возможности соответствующих сторон. Ну что ж, в данном случае, чем занимается PRIDA? В 2018 году Африканский союз сделал заявление о управлении интернетом и развитии цифровой экономики Африки. И надо сказать, что здесь мы обсуждаем вопросы не на международном уровне, а на региональном. Так что декларация, она очень важна, потому что она записана на уровне региональном. Вот, ну и международным. Она основана на мультистейкхолдерном процессе, на принципах управления интернетом и обеспечении функционально совместимого интернета, открытого и отказоустойчивого. Как мы это делаем? Мы оптимизируем процессы управления интернетом, и это мы делаем, поддерживая школы по управлению интернетом на национальном уровне и на региональном и континентальном. И следим за тем, что вопросы рассматриваются сквозные. Дальше. Стратегию мы развиваем, которую мы развили, разработали в 2019 году через наращивание потенциала. Значит, по наращиванию потенциала, что мы сделали? В 2020 году, во время ковида, мы поняли, что нужно наращивать потенциал, и мы придумали онлайн-программу по управлению интернетом. Там была контекстуализация, это было 7 модулей. Глобальные вопросы рассматривались, управление интернетом и так далее. Дальше мы какие-то вещи упростили, чтобы можно было проводить эту школу за 5 дней. Люди могут
заниматься модулями по своему расписанию. 17 стран участвовало, и через модель мы посмотрели на 55 членов стран Африканского Союза, и мы увидели, что очень многие из них, 23, в них вообще нет структур по управлению интернетами. Поэтому мы сконцентрировались на этих странах, мы помогаем их. Три из них пока что не закончили работу, вот, но по трем не закончили работу, но вот к концу, к июню 2023 года, когда истечет действие проекта ПРИДА, мы проработаем эти моменты со всеми странами. Программа наша существует на французском, испанском и испанском. То есть мы, в частности, концептуализируем контент на национальном уровне для того, чтобы всех подключить. Что мы используем? Мы используем местных экспертов со всего континента, чтобы они были модераторами и фасилитаторами. И чтобы когда мы обсуждали, интернет и управление интернетом для этой конкретной страны, чтобы у нас был с кем говорить. Мы работаем с Министерством по ИКТ, чтобы и правительство тоже участвовали в этой работе. Провели мы большое количество сессий, 29 сессий, и смогли, подготовили более 1000 участников, а вернее 1466 участников. Значит, с точки зрения результатов, покажу слайд. Вот здесь вы видите результаты по, с разбивкой по полу. Это очень важно. Женщин нужно приводить в это цифровое пространство. Но у нас разбивка не 50 на 50. Но вы видите, что женщин на самом деле даже больше здесь. И это потрясающе. Так что это хорошо. ПРИДА, какие лучшие практики разработала? У нас континентальный подход. Контекстуализируем мы потом более подробно. Правительство и национальные агентства нам помогают. Мы контекстуализируем наш контент, чтобы это было применимо к настоящим людям. Мы разработали программу, которую можно проходить самостоятельно. Мы привлекаем молодежь, мы привлекаем и женщин тоже, но обязательно молодежь, потому что если молодежь не привлекать, то ничего хорошего не получится. И мы поняли, что проведя курсы обучения, мы должны потом умножить свои усилия и распространять потом результаты этого обучения на максимальную аудиторию. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы немножко превысили регламент, но вот так. Значит, дальше мы обсудим примеры цифровой Африки и наращивания потенциала. А до того мы передадим слово Омике, потому что ее работа касается чем-то, чего-то некоторого, некоторой связи между наращиванием потенциала и инклюзивности. Да, спасибо большое. Действительно, я постараюсь не очень долго говорить. Я поняла уже, что регламент — это очень важно. Приведу несколько примеров того, как мы используем наращивание потенциала для повышения цифровой инклюзивности. Но сначала хотела бы сказать следующее. Очень важно нам сделать так, чтобы цифровое пространство не повторяло гендерное неравенство, существующее в обществе. Нам постоянно нужно за этим следить. Оно само по себе не произойдет. Мы
И так как это цифровое пространство, мы не можем ждать, что люди сами придут. Мы должны обязательно предпринимать меры по инклюзивности и включать во все женщин. И для этого мы разработали программу для повсеместного внедрения курсов обучения и в частности и для законодателей, которые также подразумевают и модули по инклюзивности и гендерному равноправию и равенству. Здесь нам, у нас, это мы, видимо, добились. И, короче, мы разработали программу некоторую. Еще важно пояснить, что в частности двигателем здесь был саммит женщин из Африки в Гане. Они работали по направлениям технологий и выработки политик. Этот саммит был очень важен как раз для того, чтобы организовать наши идеи и мысли о том, как мы можем двигаться дальше. Наша главная задача – это, конечно, преодолеть цифровой разрыв. И мы готовили специалистов. Приведу пример. В Сенегале был принят план действий в области цифрового развития для того, чтобы повысить качество политики, которая вырабатывается в данной сфере с учетом гендерной повестки. И особое внимание в этом плане уделялось расширению прав и возможностей женщин, проживающих в сельских районах. Это очень важно. И второй пример – это Бенин. Там мы работали по направлению внедрения универсального обслуживания и универсального доступа соответствующей политики. Тоже делали все для того, чтобы женщины охватывались этой работой. Да, иногда сложно измерить результаты, тем не менее у нас были конкретные цели, мы старались их добиться. В южных и восточных регионах континента, например, в Уганде, был запущен проект, который был направлен на исследование в области гендерной повестки и на подготовку специалистов, тем, чтобы они могли собирать необходимые данные и понимать, какова ситуация на местах, и учитывать это при выработке политики и стратегий для того, чтобы преодолевать неравенство. Благодаря этому проекту мы охватили ряд особых целей и целевых показателей, которые помогли преодолеть во многом гендерные разрывы и неравенство, предоставление субсидий малоимущим. Еще один пример – это Гана. Благодаря имеющимся в нашем распоряжении инструменту USF мы смогли внедрить программу по гендерному, по всестороннему учету гендерной повестки в разных сферах развития для того, чтобы отвечать тому запросу, который существует в этой стране со стороны общества. И, конечно, мы понимали, что очень часто женщины не могут пользоваться интернетом, потому что для них это финансово недоступно, и, соответственно, программа была направлена на то, чтобы преодолеть эти сложности. Далее, политические и стратегические рекомендации. Мы их постоянно отслеживаем, анализируем, предлагаем какие-то свои рекомендации. То есть наша задача сделать так, чтобы был преодолен гендерный разрыв в странах региона с упором на развитие специальных навыков и, может быть, иногда на субсидирование приобретения необходимых устройств и гаджетов. Нужно быть открытыми, когда мы говорим о процессах формирования политики и стратегии. Важно, чтобы женщины принимали участие в консультациях. Важно понимать, каким образом на практике будут реализовываться те или иные меры и каким образом они будут направлены на благо именно женщин. Думаю, что
Это, в общем, наш такой, соответствует нашему девизу «Ничего о нас без нас». И, конечно, мы не хотели бы, чтобы у нас были, например, кругом цифровые центры, куда не могли бы приходить женщины, потому что там недостаточный уровень безопасности или они недостаточно доступны и так далее. Вот этого мы хотели бы меньше всего. Поэтому мы заблаговременно проводим консультации для того, чтобы действовать на опережение. Ну и, наконец, мы также опираемся на местное сообщество для того, чтобы вырабатывать различные модели финансирования подобной деятельности. В том числе предоставление субсидий на приобретение гаджетов и устройств и участие в образовательных программах. Большое спасибо. Прежде чем передать слово следующему спикеру, хочу попросить Лору Феррали от ICANN сказать несколько слов о цифровом проекте, о проекте наращивания потенциала. Думаю, что он нам сейчас расскажет поподробнее о том, какая работа ведется. Да, большое спасибо. На самом деле, этим проектом занимается не только ICANN, у нас очень много партнеров. Проект этот называется «Цифровая Африка». Мы работаем, например, с Международным союзом электросвязи и с другими партнерами. У нас есть глобальная коалиция. И вместе мы пытаемся прорабатывать и продвигать разные проекты, которые все нацелены на достижение общих целей. Проводится сразу несколько проектов. Как вы знаете, в Африке, во многих странах этот вопрос стоит особенно остро, мы стараемся их охватить. И для нас совершенно очевидно, что особую важность в этом смысле имеет... А вы уже выбрали эти страны для работы, спрашивает модератор. Да, мы выбрали 10 стран. У нас были критерии для отбора. Пытались достичь баланса. И сделать так, чтобы эти страны были разные довольно по своему общему контексту и специфике. Нам нужно еще 3 страны для проекта PRIDA. Может быть, вы нам сможете помочь? Мы завершили первую часть проекта и... К 2023 году будет завершен следующий этап. И надеюсь, что к тому времени у нас будет общие наработки, общий рейтинг для этих стран. И думаю, что при поддержке наших партнеров мы сможем способствовать наращиванию потенциала этих стран в области интернета и цифровых технологий. Сейчас уже можно говорить о том, что этот проект довольно успешный, потому что мы можем готовить специалистов, которые будут заниматься разными видами деятельности. Мы понимаем, что нам нужен более комплексный подход для того, чтобы наращивать потенциал людей в технической сфере, для того, чтобы они получали новые навыки и знания, необходимые для развития их профессионального развития. Но, с другой стороны, есть еще вопрос маркетинга. Понятно, что, опять же, здесь мы можем поработать, у нас есть экспертное знание, мы это делаем также при поддержке наших партнеров, и мы распределили между собой роли. ICANN занимается наращиванием потенциала, в том числе и технического. Наши партнеры готовят специалистов в разных областях исследований, маркетинга, проработки стратегии в конкретных странах. Это довольно эффективный подход. Эта работа планируется на местном уровне с участием местных заинтересованных сторон. И, конечно, каждая страна может принимать какие-то решения на уровне этих проектов, на национальном уровне, для того, чтобы повлиять на то, как они реализуются на практике вместе с нашими партнерами.
Мы, конечно, не стремимся к тому, чтобы просто приходить в ту или иную страну и говорить, так, вот вам нужно поступить вот так и вот так. Нет, мы просто помогаем, мы создаем условия, предоставляем инструментарий, делимся опытом и так далее. Большое спасибо. То есть, думаю, можно сделать вывод, что мы можем добавить эту информацию к докладу. У нас еще есть неделя на то, чтобы его доработать. Это замечательно. Я благодарю вас, уважаемые коллеги. Ну, а сейчас я хочу передать слово следующему эксперту. Роберто, слово вам. Вы давно занимаетесь миссионной работой. Вот сегодня у нас такой важный момент, когда завершается ее очередной этап. Что вы можете сказать о своем опыте? Какие выводы вы для себя сделали? Большое спасибо, Джакомо. Это довольно новый формат работы для нас. Наверное, мы больше привыкли к форумам по передовой практике. Но наша текущая работа – это логичное продолжение предыдущих этапов. Главная цель заключается в том, чтобы обобщить положительный опыт, о котором сейчас говорили многие эксперты. Важно распространять информацию об этом опыте, масштабировать его и на другие страны, с тем, чтобы эти страны и многостейкхолдерное сообщество могли пользоваться этими наработками. Много работы было проведено за истекший год. С учетом той лепты, который каждый вносил в эту работу, можно говорить о том, что есть потенциал для очень многих стран. Поэтому мы будем продолжать в грядущие годы работать с нашими новыми партнерами. Надеемся, что новые страны будут к нам присоединяться. И наша сеть будет расти и развиваться. Важно продолжать обсуждать вопрос всеобщего подключения, качественного, полноценного подключения. Мы будем наверняка неоднократно повторять свой призыв, делиться положительными опытами выработки стратегии в данной области. И будем рады любой информации. Большое спасибо. Прежде чем Тулио будет вынужден покинуть нас, хочу предоставить ему слово. У нас сегодня многие эксперты выступали, говорили о стимулирующих мерах, субсидиях, политике правительственной. А что вы можете рассказать в этом плане? Что делается в Бразилии? Большое спасибо. Я понимаю, что, может быть, вы не готовы были отвечать на подобный вопрос, поэтому если не готовы, то не готовы, ничего не поделаешь. Большое спасибо. Преодоление цифрового разрыва – приоритет для Бразилии. Наши регулирующие органы ведут активную работу в данной сфере для того, чтобы обеспечить универсальный доступ к интернету. Для нас это уникальная возможность. Буквально через 5 минут после того, как мы завершим нашу сессию здесь, начнется другая сессия в банкетном зале «Б», которая будет посвящена сети по работе с сообществами для реализации прав человека. Это отличные примеры того, как мы с вами обсуждаем важнейшие темы, достигаем полноценного доступа и подключения. Главный вызов связан с тем, как распространять, наращивать этот эффективный, полноценный доступ. Не только за счет развития инфраструктуры, хотя это, конечно, очень важно делать, но, наверное, в первом поколении подключения это было особенно актуально. Когда мы говорим о полноценном доступе, то мы говорим о чем-то более масштабном. Важно не забывать о том, что IGF сейчас проводится в Аддис-Абебе. Не случайно. И мы с вами обсуждаем как раз разрыв не только в подключении, но и в данных. Я бы хотела напомнить об этом. Это связано с докладом ЮНКТАД. Там говорилось о том, что
Я говорю о докладе 2021 года по цифровой экономике. Там говорилось о том, что риски, связанные с цифровым разрывом для развивающихся стран, действительно очень большие. Речь идет о предоставлении сырых данных, где не обеспечивается достаточная обработка этих данных. Таким образом, страны развивающиеся становятся просто источником сырых данных, но не получают преимущества от их обработки. Это связано и с развитием цифровой экономики. Вместо того, чтобы продвигать права человека или ЦУР, мы иногда забываем о каких-то других аспектах. Важно смотреть дальше, не только заниматься инфраструктурой, когда мы говорим о доступе, но также помнить о том, что мы должны развивать модель, в которой нет места цифровому колониализму или цифровому империализму, с тем, чтобы развивающиеся страны не превращались в поставщиков сырья. Большое спасибо. Мы готовим доклад, обязательно предоставим вам экземпляр для того, чтобы вы тоже могли посмотреть, какие предложения мы выработали. Ну что ж, мы говорим о цифровой инклюзивности. Это последний вопрос. Да, есть разные препятствия, разные барьеры. Тема немножко отличается от тех, которыми мы занимались ранее. Давайте посмотрим, что происходит в отдельных случаях. Да, есть люди, которые говорят на каких-то конкретных языках. Получают ли они доступ на своем родном языке к контенту? Это тоже ведь условия полноценного доступа к интернету. Мы говорим здесь о цифровом гражданстве. У нас есть два примера. Первый пример связан со случаем, который мы нашли в новостях. Я думаю, что Крис сейчас о нем расскажет подробнее. Большое спасибо. Всех приветствую, уважаемые коллеги. Вижу, что у вас презентация подготовлена. Надеюсь, что ее видно хорошо. Как вы знаете, одно из последствий цифровизации связано с тем, что в странах исчезают местные СМИ, потому что они не получают достаточно средств от рекламы. Мы попытались подумать, как можно решить эту проблему, какие есть возможности для того, чтобы сохранять местные СМИ. Я правильно понимаю смысл проекта? Да, вы отлично подытожили его суть. Меня зовут Крис. Я управляю инициативой, которая как раз связана с работой со СМИ. Наша программа называется Ads for News или реклама для новостей. Наша задача сделать так, чтобы веб-сайты местных новостных агентств получали дополнительные средства от рекламы и тем самым обеспечивали свое экономическое существование. Проблема в том, что местные СМИ очень часто лишаются доходов от рекламы из-за того, что они вытесняются более крупными глобальными структурами, предоставляющими новости. Также есть проблема черных списков. Глобальные компании могут вообще придерживаться политики воздержания от новостей. И, кроме того, есть еще тенденция распространения рекламы в соцсетях, что тоже уводит этот источник дохода от местных СМИ. Примерно 560 миллиардов долларов каждый год – это объем рынка цифровых рекламных услуг. И примерно на 15% этот рынок растет каждый год. То есть это огромная сумма. И используются разные методы рекламы. Они очень разнообразны действительно. Однако так или иначе, речь идет о больших суммах. И, конечно, важно сделать так,
чтобы у местных СМИ был доступ к этому рынку. Различные бренды и агентства нуждаются в дополнительных средствах или инструментах, помимо соцсетей. Может быть, вы видели статью Financial Times, была статья по Твиттеру, некоторые другие примеры приводились о том, какие тенденции наметились за последнее время в этой области. И второй момент касается того, что различные бренды придерживаются более социально ответственной политики, когда речь идет о закупках. За последние примерно полтора года эти тенденции стали еще более заметными. То есть каким образом мы можем усовершенствовать ситуацию в этом отношении? Во-первых, мы должны, конечно, пользоваться услугами экспертами на местах в каждой из стран, где проводятся такие исследования. У нас 35 исследований проходят на 12 рынках. И я надеюсь, что к концу 2023 года у нас будет охвачено 60 различных рынков повсеместно. Естественно, ключевым моментом является определение партнеров и агентств, а также брендов, которые могут поспособствовать этой работе, которые ориентируются на качественные веб-сайты и на совершение этических покупок. Кроме того, мы должны лишить средств или стараться лишать средств те сайты, которые выполняют свою работу недобросовестно, которые носят эксплуатационный характер. Итак, давайте посмотрим на пример из Индонезии. Речь идет об инклюзивности. Мы стараемся открыть двери для как можно большего количества легитимных СМИ, как только можно. Мы обращаемся к различным журналистам. Достаточно легко определить, кто из них является недобросовестным журналистом, недобросовестным СМИ. Ну вот те группы, достаточно небольшие, где есть от 1 до 4 журналистов, и которые предоставляют важные услуги своему сообществу, мы хотели бы, чтобы именно они пользовались всеми преимуществами глобальных рекламных компаний, глобальных рекламных агентств. Крис? Пожалуйста, давайте, может быть, подытожим. Да, конечно, этот пример Индонезии. У нас в общей сложности было 20 тысяч различных веб-сайтов. Мы после проведения анализа сократили это количество до 1200, и в итоге у нас получилось 650 сайтов локальных СМИ, которые мы передаем различным глобальным рекламным агентствам для того, чтобы начать сотрудничество. Спасибо. Мне кажется, Винт об этом говорил, когда он говорил про свою синюю гору. Ну, вы знаете, давайте перейдем к нашему следующему и последнему докладчику. Мы говорим сейчас про медиа, мы говорим про связь с гражданским обществом в некоторых регионах, и как раз вам хотели передать слово. Да, я тоже хотела прокомментировать этот вопрос. И хотела прокомментировать то, что сказали мои коллеги до меня. Действительно, доступность, финансовая доступность контента – это очень важная вещь. И мы стараемся всячески продвигать контент, который создается на местах, на родных языках. Мы строим платформу, которая будет доступна всем. Начали мы эту работу в 2015 году.
Кроме того, мы стараемся использовать родные языки. Мы, соответственно, дублируем эту информацию на другие языки. Мы предоставляем эту платформу для различных создателей контента, чтобы они могли монетизировать свои усилия. На самом деле все упирается в вопрос данных. Это не самый простой вопрос, особенно здесь, в Африке. У нас есть чрезвычайно серьезные препятствия с точки зрения доступности и финансовой доступности данных. Стриминговые платформы зачастую не могут предоставлять свои данные для, таким образом, чтобы люди могли себе позволить к ним подключаться. Кроме того, очень важным вопросом является гендерное насилие. Когда мы говорим про интернет и инклюзивность, очень важно вспоминать о том, что мы говорим об обоих полах. У нас 50% женщин работают либо из дома, либо вообще не имеют возможности получать доступ к документации, к необходимым ресурсам для того, чтобы осуществлять свою работу, и не имеют доступа к интернету. Очень важно отслеживать этот контент. Мы понимаем, что большие компании выходят на африканский рынок. Мы видим большие стриминговые компании, потому что африканский континент является смешанным рынком, и наши средние классы растут большими темпами. Мы стараемся сделать так, чтобы контент выпускался на родных языках стран, в которых он выпускается. Очень важно сохранять культуры тех стран, где контент появляется. Мы стараемся делать все для того, чтобы культуры сохранять, поэтому часто используем процедуру написания субтитров, такой механизм для того, чтобы сохранять культуру и язык. Зачастую это представляет собой финансовую сложность, но мы стараемся, чтобы создатели контента создавали свой контент, предоставляли его в свободном виде и имели все возможные для этого ресурсы. Я из Эфиопии, я занимаюсь этой инициативой здесь, у нас здесь есть офис. Мы рассматриваем ситуацию снизу вверх и, собственно, предоставляем информацию о нашей стране, международной аудитории, основываясь на наших каких-то местных инициативах. В Эфиопии мы используем несколько языков. Я говорю на хари, есть арамейский язык, есть другие языки. И мы имеем возможности применения автоматического перевода для того, чтобы некоторые основные языки переводились автоматически, и пользователи тех языков могли получать информацию. Мы стараемся выпускать недорогие данные для того, чтобы доступ к ним был как можно более доступен. Спасибо большое. Я вижу большое направление в образовании синергии между платформами и контентов. Именно так. Соня, вы давно уже за нашей дискуссией онлайн. Спасибо вам. Скажите, какая у вас реакция на наши соображения? Может быть, вы, Алена Хучаева, уже как-то обобщили их реакцию?
реакции. Нет, вы знаете, у нас пока что ни вопросов, ни комментариев нет от наших удаленных участников. Но я скажу так, мне было очень приятно слышать о всех примерах, которые наши уважаемые участники сегодня привели. Самое главное, что эта работа вся действительно имеет реальное влияние. Это работа, которая проводится на местах, которая проводится частным бизнесом. Это вдохновляющие примеры. Я честно вам скажу, необходимо думать также о том, сколько еще остается сделать. Мы идем очень уверенными, большими шагами, но при этом поле работы остается чрезвычайно большим. Мне очень понравилось заслушивать все примеры, но я хотела бы, конечно же, продолжить этот разговор. И хотела бы, чтобы наши участники дискуссии поделились своими соображениями и в дальнейшем. Давайте, может быть, передадим еще раз им слово. Карлос Альфонсо сказал, что он обязательно выступит. Может быть, если он хочет это сделать сейчас удобный момент. Прежде чем мы перейдем к нашим участникам и возобновим дискуссию, перейдем второй раунд. Давайте Винту передадим слово. Это у него, видите, привилегии по возрасту. Он у нас самый молодой здесь. Да, вы знаете, два раза уже сам себя слушал. Но хотел подчеркнуть то, что я слышал уже неоднократно в самых разных высказываниях сегодняшних. Одно из них касается следующего. Знаете, наши действия должны вдохновлять и должны делать дальнейшую работу возможной. Локализация – это не только язык. Локализация – это процесс, который включает релевантный местный контент. Может быть, это глупый пример, но все-таки скажу. Вот если вы в Найроби, и вы пытаетесь найти водопроводчика себе, то вам совершенно не поможет найти водопроводчика в Нью-Йорке. То есть, как я уже сказала, это не только вопрос языка, это вопрос локального местного контента, вопрос возможностей. В Канаде, например, есть целый ряд правил, касающихся контента. Например, то, что касается сферы развлечения. Сколько неканадского контента можно размещать в этой сфере? Я думаю, что такого рода практика даже для больших компаний, которые, например, с удовольствием вы вышли на американский рынок, им необходимо иметь какой-то свод правил, свод ограничений для того, чтобы продвигать местный контент. Мы должны все больше и больше внимания уделять регуляторным практикам и инициативам для того, чтобы наращивать эти потенциалы. Мне очень приятно, что мы сегодня затронули тему локализации. Для того, чтобы доступ к интернету был действительно полноценным для местных сообществ. Большое спасибо. Итак, у нас осталось время для нескольких вопросов. Нет, не от вас. Шутка. Давайте обратимся вот к этому джентльмену. Вы хотели задать вопрос уже давно. Да, спасибо большое. Я из Кыргызстана, Павел Султанов. Я хотел рассказать о маленьких странах, таких как Кыргызстан. Знаете, у нас население в половину меньше, чем здесь, в Адис-Абебе. И создание контента на киргизском языке очень сложно. Мы знаем, что это... То есть мы узнали о том, какая большая эта проблема, когда мы начали проект Digital Skills. У нас есть выделенная мощность, там несколько терабайтов, мы могли ее заполнить только на 1/3. У нас нет никакого образовательного контента на киргизском языке. Поэтому нам помогает тот контент, который мы находим на
глобальном уровне, вот то, что мы видим в области химии, биологии, науки, мы можем переводить это на кыргызский язык, и это будет полезно для детей в сельской местности. Также это будет полезно для учителей, также для детей кыргызских мигрантов, которые находятся за границей, работают за границей. Еще один пример. Это набор инструментов GSMA. Я просто хочу сказать, что большие компании, когда они производят такой контент, это чрезвычайно помогает нам. Если они изначально могут локализовывать его для местных языков, было бы еще лучше. Вы знаете, если вы нам сейчас пришлете эти примеры, то мы обязательно это включим в... Либо не в этот отчет, который мы сейчас готовим и завершаем уже работу, но следующий уж точно, ваш очень интересный пример. Хорошо, я представляю, следующий человек представляет Финляндию. Я пришел к такому же выводу. Дело в том, что правительство должны давать налоговые поблажки для тех, кто... для тех ISP, которые... готовы предоставить свободные интернет-мощности, бесплатные интернет-мощности. Этот вопрос следует обсудить с политиками, которые могут предоставлять доступ, эффективный доступ к интернету, особенно в сельских областях. Мне кажется, что это очень интересная политика. Вопрос к вам, участникам дискуссии. Скажите, пожалуйста, если провайдеры интернет-услуг могут предоставлять бесплатный доступ, бесплатные услуги, что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я хотела бы поблагодарить наших докладчиков за участников дискуссии, за обсуждение локального контента, потому что полноценного доступа без локального контента быть не может. Я не знаю, сколько организаций сейчас представлено в этом здании, но мы хотим обсудить вопрос стоимости, вопрос того, сколько стоит гаджеты, устройства и доступ. С точки зрения африканского рынка, особенно в сельских местностях, очень сложно купить телефон. Но если у вас есть телефон, вы можете, особенно смартфон, вы можете загружать, транслировать, использовать информацию. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь инициативы по доступу к устройствам и к инициативам по стоимости этих устройств? Да, спасибо за вопрос. Следующий человек, который задает вопрос, я представляю Кению из Открытого института. Я нахожусь здесь уже давно, и я слышал о работе самых разных организаций и членов гражданского общества. Хотел узнать вот что. Поскольку на большинстве из наших местных языков интернет не разговаривает, есть ли какие-нибудь инициативы, о которых вам известно, которые как бы объединяют различные инициативы, различную деятельность групп, которые действительно способствовали бы созданию глобального набора правил и каких-то условных требований. Спасибо большое за вопрос. Следующий человек, который задает вопрос из аудитории. Не слышно. Я задаю вопрос по-французски. Спасибо большое за прекрасную презентацию. Я хотела бы сейчас вернуться к вопросам гендерных проблем. Знаете, такие организации, как ООН, ILO и другие занимаются вопросами стандартов в области гендерной политики.
Я хотел задать вам вопрос. Какие у вас сложности встречаются? Какие препятствия вы видите в своей работе в этом отношении? И как мы можем работать вместе для решения этих вопросов? Мы также хотели бы, чтобы наши рекомендации были включены в отчет по IGF-17. Мы хотели предложить следующую рекомендацию. Давайте предложим план действий, который, вы знаете, наверное, инспирирован планом Маршалла, который был предложен США. И это хороший исторический пример, потому что это действительно предложенная повестка, предложенный план действий с конкретными мерами, с конкретными эффектами, который сможет занимать себя наиболее эффективно. Спасибо большое. Вы действительно сказали, что ваша бизнес-модель основывается на локальном контенте. Вы используете технологии для вашей платформы. Не могли бы вы сейчас прокомментировать те моменты, которые связаны с покупательной способностью тех стран, в которых вы ведете деятельность и которыми вы занимаетесь? Да, спасибо за вопросы. Сейчас мы постараемся на них ответить. Да, значит, в отношении локализации можно сказать, что в Африке, и об этом говорилось здесь много, например, Западная Африка и Фулани, там много диалектов, Мандинка тоже много диалектов. И вы хотите локализацию здесь проводить? Наилучший пример здесь. Ну, у нас есть в Гамбии есть инициатива по локализации. И мы здесь работали над этим. И я помню, были над некоторым проектом, где нужно было нам взаимодействовать по WhatsApp. И женщина теперь можно будет ими пользоваться. Получалось, что все говорят на своих языках, и, видимо, в большинстве африканских стран нужно больше использовать французский, португальский, английский, арабский. А если это в сельской местности невозможно, ну тогда голосом лучше всего. Потому что в Восточной Африке там свахили и харик, и там это более часто распространенные языки. А так, я помню, что Google несколько лет назад хотел с нами поработать над языком Фулани, но он всего в 6 странах был заведен. А у нас тут, я уже только у нас говорю о 10 диалектах, так что такая ситуация. Хорошо, вот была речь о мультилингвизме в интернете. Хотелось бы понимать, что происходит. Было пару вопросов о вопросах гендерного равноправия. И вот что вы можете... Он задан был по-французски. Вот что вы можете сказать об участии женщин в этом процессе? Да, спасибо большое. Тут, во-первых, на моем опыте здесь речь идет о локализованном контенте. Вы увидите, что контента много, но есть ли у наших пользователей все, что нужно? Вот я, когда возвращаюсь к себе в деревню, я вижу, что молодежь, они, конечно, пользуются контентом, но он не обязательно отвечает их социоэкономическим потребностям.
Да, мы нужны, должны контекстуализировать то, что мы делаем. Отправляйтесь в какое-нибудь конкретное село или страну, посмотрите на то, чем они занимаются, и на этом уже выстраивайте свои действия. Есть у вас образование, нет ли у вас образования, где бы вы ни жили. Главное, чтобы была заинтересованность. И еще есть цифровая гигиена. Если женщинам не нравится контент, они не дадут своим детям пользоваться интернетом и так далее. То есть нам нужно проследить за тем, чтобы контент был надлежащий. Я бы хотела еще добавить кое-что. Доступность финансовая – это еще одна проблема. Хотя ситуация улучшается, тем не менее, на этом континенте много стран, которые все еще тратят более 2% своего дохода на 1 гигабайт данных в месяц. То есть вопрос финансовой доступности очень остро стоит. Во-вторых, есть вопрос цифровых навыков и доступных финансовых устройств. Устройства очень дорогие. Мы видим, что они доходят до 40 или даже 60% среднего ежемесячного дохода. Это как целая микроволновка. И, наконец, вопрос насилия в отношении женщин в сети, и с этим тоже нужно разбираться, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности в сети, чтобы у них интернет не ассоциировался с чем-то отрицательным. Да, чтобы у них не было ощущения, что мир – это джунгли. И последний вопрос. Был вопрос об устройствах. Кто готов на него ответить? Вы хотите? Пожалуйста. Я попробую. Доступность подчеркивалась всеми. Крис тоже о ней говорил в сети. Да, я полностью понимаю тот факт, что доступность – это еще один критерий. И то, каким образом пользователь получает доступ к устройству. И все это все еще дорого. В Африке у нас телекоммуникационные компании, которые по своей доброте передают нам устройства. Не самые продвинутые, но тем не менее. Но это не повсеместно. Я думаю, что очень важно наладить партнерские отношения с телекоммуникационными компаниями, изготовителями. И чтобы те, кто наиболее нуждаются в устройствах, чтобы они у них были. И когда я говорю о контенте, я говорю об образовании, языке, картах, контенте для детей. Контентов типа очень много ведь. И мы предоставляем контент у нас. Но мы очень хорошо помним о вопросе насилия в отношении женщин в сети. И, вот. И еще есть, тут был вопрос о том, что материалы должны загружаться с интернета. Но вы помните, что онлайн-пиратство – это очень распространено повсеместно и в Африке особенно. И, конечно, получается, что компании очень сложно что-то производить, такой как нам, чтобы потом это продавать. Нам же тоже нужно есть. Вот. Телекоммуникационные компании и правительства, они играют большую роль в обеспечении доступа к данным. И это... Вот. Я думаю, что телекоммуникационные компании, в общем, зарабатывают совсем неплохо в Африке и могли бы на самом деле больше помогать населению. Они могут себе позволить предоставлять данные по более низким ценам. Я знаю, насколько сложно
зарабатывать на жизнь в Эфиопии и в других частях Африки. И мы разработали нашу систему каким образом? Мы уже потратили большие суммы на инфраструктуру и платформу, поэтому нам больше этого не нужно делать. Но теперь мы монетизируем контент, даже предоставляем какую-то часть образовательных материалов на бесплатной основе. То есть в результате изготовителям нужно платить, им тоже нужно есть. А никто все бесплатно предоставлять не может. Да, как раз этот момент подключиться к Крису, потому что журналисты, им тоже контент очень важен, правильно, Крис? Да, безусловно, говорит Крис. Вы хотите что-то добавить? Если нет, то я передам слово Карлосу. Да, передавайте слово Карлосу. Да, Карлос Рей Морено действительно хотел высказаться. Да, пожалуйста, Карлос. Спасибо большое. Значит, я хотел кое-что сказать относительно использования налогов на широкополосный доступ. Я думаю, что многие страны уже это предоставляют, субсидируется широкополосный доступ. И мы знаем, что это не работает. Большинство из этих проектов, когда финансирование кончается, больше ISP не заинтересованы в этом, или законодательство меняется. То есть это все не срабатывает. Так что я скорее предлагаю регуляторам и законодателям немножко более смело поступать и продвигать это. Есть и соглашение с МСЭ, то есть, например, в частности, то есть нам нужно расширять эту экосистему, нам нужны новые участники в закрытии этого цифрового разрыва. У нас есть данные, мы знаем, сколько людей не имеет доступ вне зависимости от уровня налогообложения. Вот. И коммерческие, и некоммерческие есть ISP-провайдеры. Но нам нужно, чтобы больше было участников, чтобы обеспечивать потребности тех, кто, чьи потребности не обеспечиваются коммерческими организациями, провайдерами. То есть вот есть общая экосистема компаний, и во многих странах это уже происходит, в Аргентине, в Мексике, во многих странах. Я надеюсь, что законодатели будут здесь действовать. Еще один Карлос хотел выступить, но он уже отключился. Соня говорит, нет, Карлос, спасибо большое, нам нужно заканчивать сегодняшнюю встречу. Было очень полезно выслушать мнение участников дискуссии. Надеемся, что отчет отразит и примеры, и интересные предложения, и вопросы, которые были заданы на этой сессии. Если можно, если вы не против, я передам слово Винту. Я думаю, что вы лучше всех резюмируете происходящее. Да, могу сказать, что все-таки потрясающе. Во-первых, я очень рад возможности оказаться здесь и выслушать очень исключительно интересные примеры опыта, а также информацию о том, где пробелы. Во-первых, хотел бы ответить на вопрос об устройствах и о затратах на них. Во-первых, да, действительно, есть вариант изменения их создания и дизайна, использования местного изготовителя, ну и дальше может какие-то субсидии или какие-то варианты организации устройств по подписке. По поводу языка,
Я вижу, что в Гугле идут исследования по автоматическому переводу, и мы видим, что бывают варианты, когда есть одна языковая модель, которая охватывает для большого количества языков, да, которые... И, возможно, может быть, можно этим воспользоваться для того, чтобы создавать машинный перевод не по конкретным парам языков, а по языкам, которые подпадают под ту или иную модель, то есть тогда сокращается количество ресурсов, необходимых на это. И, наконец, мы видим, что реклама повышает показатели пользования, потому что мы можем пользоваться этими доходами на оплату других сервисов. Вот, то есть есть некоторые бизнес-модели, которые могут помочь оплатить некоторые доходы. Самое важное, что может произойти по итогам сегодняшней сессии, это отразить все, что вы услышали, передать эти соображения комитету лидеров-экспертов, потому что очень полезно, вот эти выводы очень полезны, потому что они нам помогают понимать, что происходит во всем мире в отношении полноценного доступа к интернету. То есть ваши рекомендации, ваши предложения позволяют нам дальше доносить эти сведения до других соответствующих платформ. То есть, если гора не идет к Мухаммеду, то Мухаммед придет к горе. Да, конечно, отсюда, конечно, ближе до Мекки, чем из Mountain View, где находится Google. Хорошо, это шутка была. Хорошо, спасибо большое. Мне кажется, что был очень полезный разговор, и будет он еще более полезным, если мы дальше перейдем к действиям. То есть, например, Крис может обратиться в Google, чтобы те как-то рекламировали местные СМИ, а может быть решение, о котором говорил Пол, по субсидиям на устройство, может быть, это тоже можно как-то на практике применить в других форумах. У нас есть международные организации, которые этим занимаются, подобными же проектами. И Винт сказал, что если сможем, если мы передадим наш отчет панели экспертов-лидеров, вернее, комиссии экспертов-лидеров, то они дальше передадут это послание остальным. Спасибо большое. Увидимся в офлайне.